Всем привет! Меня зовут Третьякова Елена, мне 23 года, я из города Самары. Я закончила архитектурно-строительный университет, но свою жизнь решила связать с туризмом. И поэтому 3 года назад я открыла свое туристическое агентство и облетела 26 стран. Очень творческим ребенком. И родители отправили меня в музыкальную школу при оперном театре, после чего моя жизнь перестала существовать без музыки. Моя заветная мечта была стать моделью, и уже в 10 лет я закончила модельную школу, потом последовали фотосессии, показы и победы во многих конкурсах красоты, таких как «Лицо Самара», «Мисс Аннекс Тур», «Мисс Баунти» на острове Бали, «Мисс Сенсейшн» и «Мисс Русская Радио». Радуйтесь жизни! Всем удачи!